Всем привет! Дорогие друзья, сегодня я хочу приготовить свекольный салат для укрепления иммунной системы. Кому интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Итак, приступим. Нам понадобятся такие продукты. 3 отварные или запеченные свеклы, 10 грецких орехов, 100 грамм твердого сыра, 4 зубчика чеснока и 1 столовая ложка майонеза. Майонез у меня постный. И нам понадобится немножко соль по вкусу. Хочу сказать, что орехи у меня вот такая вот пачка. Они уже очищенные. Я здесь насчитала 20 половинок, то есть 10 штучек. И также сыр уже натертый на терке. Я беру вот такой вот готовый. Он тоже натертый на терке. Сыр этот облегченный, не сильно жирный. Поэтому как раз для салата очень будет даже хорошо. Сейчас я одену перчатки и натеру свеклу на терке. Все, свеклу я натерла на терке. И теперь буду добавлять все продукты. Добавлю сыр, орехи. Выдавлю я чеснок. Чеснок можно натереть на терке или вот так. Через чеснокодавку, как вам удобно. Солим по вкусу. Я не люблю сильно соленое. И добавляем майонез. Майонез тоже добавляйте по своему желанию. Сейчас все аккуратно размешаю. Салат мой готов. Я его тщательно перемешала. Получается он очень вкусный и быстрый салат, недорогой. И также помогает укрепить нашу иммунную систему. Я желаю вам всем приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья. Всем пока!